любая сложность, какой-то сложный проект на работе или вообще сложность в жизни, это всегда опыт. Самое главное, это как, знаете, в езде на велосипеде, если едешь по пересеченной местности, и вниз дорога идет, а тем более, если еще это какая-нибудь там тропа, деревья вокруг и все, и ты начинаешь терять контроль просто на велосипеде, или это какое-то еще транспортное средство, у которого там отказывают тормоза, что-то еще, то самое плохое — это бросить руль и думать, ну все, упаду и все. Нужно держать руль очень крепко и пытаться лавировать вот между этими деревьями, там, пеньками. Так и в жизни. Нужно все равно пытаться выходить из ситуации, пытаться что-то делать. Как правило, почти всегда ситуация меняется очень быстро. Самое главное вот не паниковать, а что-то делать. И если человек не бросает, не опускает руки в сложной ситуации, если он что-то делает, то Бог помогает, приходят на помощь люди, меняется ситуация, и всегда это превращается в опыт жизни. Я это усвоил на себе, и я говорю то, что думаю. Никогда не нужно теряться в сложных ситуациях. Есть Бог, для которого нет ничего невозможного. И есть люди, среди которых не все плохие, как многие считают. И есть масса ситуаций, масса выходов из любого сложного случая. Вот так вот. Такое мое мнение.